Новую криптовалюту Crown Royal выпустят в Великобритании в день бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Автор идеи – издатель Томас Мейс Арчер Миллс объединился со стартапом The ICO Rocket, который занимается созданием токенов. Средства от продажи токенов планируется направить на благотворительные цели. Часть средств пойдет на финансирование номера издания The Crown and Country Magazine, в котором будет освещена свадьба. По мнению Мейс Арчер Миллса, весь мир сможет принять участие в свадьбе Маркл и принца Гарри благодаря выпуску криптовалюты. Затем Crown Royal попадет в перечень официальных цифровых денег.